Еще 360 ставропольцев излечились от коронавируса. Всего с болезнью справились почти 69 тысяч человек. Такие данные опубликовал губернатор Владимиров. Продолжается тестирование. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 358 жителей края. 29 пациентов скончались. Победить пандемию поможет только вакцинация. Прививку сделали уже более 722 тысяч человек. Ставропольский аграрный университет претендует на грант в 1 000 000 000 рублей. ВУЗ участвует в президентской программе «Приоритет-2030». В Москве губернатор Владимир Владимиров и ректор Александр Трухачев представили экспертному совету план развития университета. В частности, на базе Ставропольского ВУЗа хотят создать центр по управлению высокопродуктивными генетическими ресурсами в животноводстве. Это позволит улучшить качество поголовья и увеличить производство молока в регионе. Также в университете планируют создать систему подготовки специалистов, в рамках которой больше 93 тысяч работников отрасли повысит квалификацию. Губернатор Владимиров подчеркнул, направление, по которым будет работать ВУЗ, отвечает потребностям экономики края и благотворно повлияет на развитие аграрной отрасли в целом. Отмечается, что итоги отбора в программу станут известны в конце октября. Почти во всех населенных пунктах Ставрополя стартовал отопительный сезон. Такой новостью поделился на брифинге первый заместитель министра ЖКХ края Евгений Маслов. Он рассказал, что исключение заставили Арсгирский округ, там топить начнут только 15 октября, а также Апанасенковский и Благодарнинский округа. В этих территориях батареи потеплеют только 6 числа. А вот в социальных объектах региона отопительный сезон начался досрочно, с приходом первых холодов. В целом теплосетевые организации края работают в штатном режиме. Однако в начале отопительного периода жители некоторых многоэтажек столкнулись с проблемой. Батареи оставались холодными. В профильном министерстве рассказали, куда обратиться при возникновении подобной ситуации. Для этого необходимо обратиться к исполнителю коммунальных услуг. Это либо управляющая компания, либо сама теплосетевая организация, которая по факту уже по обследованию примет решение, в чем проблема. Либо это завоздушивание в самой системе отопления многоквартирного дома, либо неполадки на теплотрассе. Но на сегодняшний день мы мониторим такую ситуацию, таких обращений немного, и все они связаны в основном с завоздушиванием системы отопления в самом многоквартирном доме. В селе Ивановском отремонтировали Дом культуры. В администрации Кочубеевского округа рассказали, что специалисты привели в порядок зрительный зал и два помещения фойе. Там обновили стены, потолки и полы, а также установили современные окна и двери, модернизировали систему освещения. Работы проходили по губернаторской программе поддержки местных инициатив. В Ставрополе на улице Яковлева построят новый детский сад. Учреждение примет 300 воспитанников, сообщили в региональном Минстрое. В здании создадут 14 групповых ячеек. Также оборудуют игровые комнаты, зал для занятий музыкой, медпункт и кухни. Детсад возводят в рамках национального проекта «Демография».